Привет, я Брок Томас, инженер-химик компании Eastman Chemical. Я попросил местную школьную бейсбольную команду помочь нам протестировать на прочность кружки из самого прочного в мире материала – сополиэфира Тритан, разработанного компанией Eastman. Привет, ребята, и спасибо, что пришли. В ходе сегодняшнего эксперимента вы будете разбивать кружки, изготовленные из 5 видов пластика. Покажите мне ваш лучший удар и попробуйте их разбить. Первый материал – акриловый пластик. А это – поликарбонат. Следующий – полистирол. Теперь поливинилхлорид. И, наконец, попробуйте разбить тритан. Ежедневно люди испытывают на прочность посуду в домашних условиях. Ученые из компании Eastman считают, что посуда и мелкая бытовая техника, изготовленные из прочного сополиэфира тритан, могут изменить представление о хрупкости домашней утвари на рынке. Мы также понимаем, что нужно отвечать требованиям покупателей. Из научного любопытства мы решили организовать программу, чтобы посмотреть, как тритан выдержит настоящие испытания. Мы пригласили обычных людей, чтобы протестировать этот материал на прочность. Если хотите узнать больше о новой продукции из тритана и посмотреть тесты, заходите на сайт tritantav.com, а также на наш сайт всесоки.ru. Привет, я Брок Томас, инженер-химик в компании Eastman Chemical. Сейчас мы находимся в местном автосалоне, и мы пригласили обычных людей проверить на прочность сополиэфир Тритан от компании Eastman. Спасибо вам, ребята, что пришли. Я хочу, чтобы каждый из вас выбрал кружку, и мы приступили к тесту на прочность. Каждую кружку переедет внедорожник. Вы что, правда собираетесь переехать кружки машины? Да, мы попробуем раздавить их. Выбирайте ваши кружки. Первая кружка из поликарбоната. Она у меня. Давайте посмотрим. И поехали. Поликарбонат не прошел тест на прочность. Теперь попробуем поливинилхлорид. Поехали. Ого, раздавил на 1000 кусочков. У него не было никаких шансов. У кого акриловый пластик? У меня. Поехали. Воу, с вами все хорошо? Да, я в порядке, а вот акриловый пластик нет. Теперь давайте полистирол. Он у меня. Поехали. Увы, полистирол тоже не выдержал тест. Ну и у кого тритан? Вот он, Брок. Давайте посмотрим, выдержит ли это испытание тритан. Поехали. Внедорожник не смог раздавить прочный тритан. Ну что, теперь мы увидели, что тритан достаточно прочный для реальной жизни. Да, думаю, что нет материала прочнее. Действительно, очень прочная кружка.